Подозревают в контрабанде. Бывшего сотрудника пограничной полиции задержали на въезде в село Паланка в районе Штефанвода. Он перевозил 5 кубометров древесины и 2 ящика с гвоздями без документов о происхождении. Стройматериалы обнаружили в багажнике микроавтобуса, которым он управлял. Известно, что бывшему пограничнику помогали его коллеги на КПП «Паланка». За деятельностью нарушителей следили в течение месяца. Товар изъяли, а микроавтобус, на котором перевозили контрабанду, конфисковали. Правоохранители устанавливают сообщников задержанного. Всем им грозит наказание.